Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. И в сегодняшнем ролике у нас будет обзор вот на такую, как вы видите на картинке, замечательную тележку от компании Дели. Здесь есть наклеечка, написано, знаете, что не написано. Артикул DL-433-023. Тележка инструментальная, трехсекционная, на колесах Дели DL-433-023. Размер 700, 350 на 760. Производитель, кто импортер, срок годности не ограничен. На коробке здесь также указана максимальная нагрузка 215 кг. И еще какие-то размеры. Что-то тут 0,7 мм, 1,2 мм. Непонятно. Цвет черный. Quality designed in Germany. Ладно. Давайте вскрывать. Возьмем также ножичек Дели. И посмотрим, что же нам здесь приехало. Вообще, такая тележечка для чего нужна? У меня здесь хоть и помещение маленькое, но иногда, когда разбираешь, вот обзоры делаешь, некуда поставить ноутбук. Или наоборот, ремонт делаешь, не все инструменты доступны. Например, те же у меня есть набор головок. Вот его поставить некуда, а иногда они нужны для пресса. Или что-то быстрое, быстрый доступ получить, там, и он не все время нужен. Откатил, подкатил. Или из мойки, например, достал инструмент, переложил на тележечку, подкатил к верстаку, пока он там на тележечке подсох и все прочее. Что мы тут видим? Какие-то черные детали. Уголки. Один, второй, видимо, полка металлическая, вот здесь даже указана надпись Дели. Внутри колесики. Да, кстати, два колесика не привязано, а два колесика здесь, видите. Гайки, болты привязаны, колесики привязаны, ручки привязаны. На хомуты. Что произошло с двумя колесиками? Винтов целый мешок. Пластиковые ручки. Еще одна полка уже без надписи. Это нижняя, скорее всего, полка, потому что здесь есть отверстие под колес. Еще одна полка средняя. Пеноплат. И еще два уголка. Ну, в принципе, больше ничего нет. Никаких бумажек, ничего. Убираем коробку. И давайте собирать.
есть. Это, видимо, для ручек длинные болты. Немного коротких. И шайбочки. Шайбочки, четыре штуки, тоже для ручек. Что нам нужно? Нужна крестовая отвертка и ключ. Я воспользуюсь вот таким набором. Берем головку на 10, ключ, переходник под головку. Отвертку. Чего у нас тут PH3, что ли? Ну да. И начинаем собирать. Для начала мы прикрутим колесики. Колесики, как я понимаю, с тормозами. Собрали. Вот таким образом выглядит тележечка. Имеется надпись вот здесь. В принципе, достаточно крепкая. Но для чего она нужна? Например, вот положить сюда чемоданчик с теми же головками. Прессом, когда пользуюсь, у меня здесь нигде нет места. Иногда они нужны. Положить что-то еще вниз, то, что мало, редко используется. Либо вот мойка у меня здесь стоит. Переложил с мойки, подкатил. Либо тут же ноутбук положить. Но мне кажется, нужно вот сюда все-таки какое-то резиновое покрытие. Мне кажется, будет царапаться. Поэтому типа Ева коврика что-то придется сюда положить. Ну а так сюда вот можно, не знаю. Вот раз чемодан. Два чемодан. Три макиты влазят. На ножках имеется тормоз, хотя он, скорее всего, будет не нужен. Интересная штука. Жена может отжать под свои потребности. Ну, вот так. Лишним в хозяйстве не будет. Если хотите приобрести такую тележечку, ссылочка будет в описании. И сюда можем еще как по мне, так вещь полезная. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.